Понимаете, настоящий человек, который наполнен Богом правильно, он сразу же идет отдавать это людям. Но только наполнился Богом, сразу отдаешь. Счастье нельзя держать внутри себя. Оно не любит этого. Счастье – это супруга Господа. Супруга Господа любит, когда ее отдают Господу. Счастье пришло – отдай. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Понимаете, то есть такой обмен должен идти. Так что за личиной святости может таиться холод. Человек может чувствовать себя очень хорошо, он почувствовал Бога, он почувствовал святость, ему хорошо. Ну и пошли все нафиг. Неправильное мышление. Или второй вариант, брезговать теми, кто хуже, допустим. Я мясо не ем уже, а он вонючий мясоед, бред, да. Вот, брезговать. Это гордость тоже, то же самое. Ну ты сам таким был, как бы. Бог же воспринимает всех в вечности. Он, Бог в сердце думает, что значит, почему мясоед? А ты смотри, ты в прошлой жизни вообще зайчиком был. На себя-то посмотри вообще. Там крокодилом был. Крокодилом. Я разок это, ну, мне Бог показал вот прошлую жизнь, а потом захотел дальше, дальше. Мы же бесконечные. Вы говорите, Олег Геннадьевич, а еще один вопросик. А еще один вопросик. Бесконечные. Я тоже так же, представляете, я думал, что я не такой. Это же он мне показал. А я, а дальше. И там просто он прокручивать начал мне в сердце. Раз, два, три, четыре. И я говорю, стоп, вот здесь вот, стоп-кадр. Представляете, я чувствую жизнь, вот, но я ее не разворачиваю. Так, дальше. Много, там уже, я не знаю, 50, 60, 70, дальше, бесконечно. И в какой-то момент, стоп, вот здесь хочу посмотреть. И я чувствую, я такое вытянутое тело такое. Не, серьезно говорю, я, ну, что-то жру такое свежее такое. Но чувствую, что плоть что-то. Я даже вкуса не чувствую, мне нравится просто она, что это энергии нравится, что она пругая такая, как бы, что в ней прана есть. Я даже не чувствую вкуса, вот какой там сладкое, соленое, не чувствую это все. Просто вот мне нравится, и тело у меня, знаете, такое, как резиновое, оно такое неуклюжее такое. Его вот, ну, какое-то другое, понимаете, так, так вот. Не почувствуешь вот так вот. Я такой думаю, что такое? Ну, это я, главное. Это я, то есть я сижу, вот я Олег Геннадьевич. И жру кого-то там, понимаете? Плоть какую-то лежу, такой, в теле такой камешок. И я понял, что это крокодило тело, и такой, батюшки мои. Так он нас помнит такими. Мясоед проклятый. Да кто? Посмотри на себя там. Лет 200 назад хрюкал там или еще что-то. Бог же все это видит, он думает, ну ты вообще даешь. 2 месяца назад бросил есть мясо, уже все мясоедами стали. А сам хрюкал там позапрошлой жизни ходил. Непонятно вообще, что ел. Для свиней, знаете, если так вот энергетически посмотреть, для них, ну, какашки такие жидкие, это, ну, как для нас чатни, ну, томатный соус, приправа, остренькая такая, не нравится вам, да? Тогда не ругайтесь ни на кого, что все познается в сравнении, понимаете? Не ругайтесь, человек в луже лежит, допустим, пьяный. Это не деградант. У него такой этап развития. Он, между прочим, гораздо лучше, чем в теле собаки, допустим, или свиньи. Пусть даже домашняя свинья, она ухоженная вся. Но он все равно лучше, понимаете? Потому что он может понять, как ему правильно жить, если он будет развиваться.
Не надо тем брезговать людьми, типа плохой человек этот. Потому что Бог сразу же вспоминает, что мы там вытворяли до этого. И ему неприятно такие сравнения. Это просто стадия развития человека, и все, лужа лежит. Ну, он так развит настолько. Будет больше, дальше будет развиваться, лучше будет. Мои дорогие друзья, я же вас помню. Ну, 2-3 года назад, некоторые давно ездят. И я смотрю, как вы приезжали раньше и как вы сейчас. Вы-то себя не помните же, как вы меняетесь, а я помню. И что, я к вам, типа, там, до этого, фу, а теперь нормально, да? Нет, всегда одинаково. Потому что все души, они все хорошие, все развиваются. Я верю в людей, верю, что вот человек может стать вообще святым скоро.